фильм под названием «Доктор Лиза». Фильм рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Глинки, главы фонда «Справедливая помощь», филантропа, врача и правозащитницы. День начинается с того, что Елизавета и ее муж Глеб собираются отметить 30-ю годовщину их свадьбы. Елизавета планирует провести время с семьей, ждет приезда сыновей и близких друзей. Осталось сделать только одно дело – заехать на вокзал и проверить, как проходит ее акция фонда, который именно в этот день принимает пациентов. Эта поездка привносит много неожиданностей в распланированный день Елизаветы.